Так, ну приветствую всех рыбаков. Второй день рыбалки уже. Вчера неплохо повеселился. Потаскал карпов. Парочку сазанов. Три зеркальных. Голавль, красноперки были. Сегодня 1 августа. Можно уже у нас хищника ловить. Уже была поклевка хорошая на нарезку рыбную. Ну и на боли взял головля одного. Килограммчика полтора такого. Дождик все утро идет. Проспал до 7 утра. Лень было вставать. Дождик льет. Ну, на боли нет-нет. Поклевки есть. На нарезку затихло. С утра еще были пару поклевок. Одну прозевал хорошую. Сейчас молчит пока. Головля, кстати, забрал, которого утро взял. Хочу что-нибудь с ним сделать. Ну, неплохой такой. Чуть больше килограммчика, может. На боли взял на двадцаточку. Ну, посидим еще. Может, что еще и хищник будет. Попробовал, покидал спиннинг на блесну. Ну, говорю, дождик пошел. Вернее, с утра идет. Хищник, в принципе, не особо активно. Не видно даже ни всплесков, ничего. Ну, всем удачной рыбалки. Хороших уловов. На связи.